Детский сад «Ласточка» победил в международном грантовом конкурсе «Православная инициатива. Мы говорим по-русски». Своим проектом «Любовь к слову» учреждение стремится воодушевить юных горожан к чтению, привить любовь к красноречию и в целом к русскому языку. На протяжении недели воспитатели детского сада устраивали познавательные и интересные мероприятия для детей. Выставка книг, развивающие игры и оформление литературной газеты. Финалом познавательной недели стал «Пушкинский день». Наполним зал чудесными стихами. О Пушкине сегодня говорим. В этом творческом театральном празднике дети погрузились в атмосферу сказок великого поэта. Примерить на себя роль персонажа повести не только интересно, но и познавательно. Проект поможет нам воспитать любовь к чтению, классической русской литературе, грамотному, красивому русскому языку, к нашей богатой духовной традиции и сделать так, чтобы книга вернулась в каждый дом. Награждение – также полноценная часть праздника. Семейным коллективам, которые приняли участие в конкурсе «Послушайте, я сказку вам скажу», были вручены грамоты и памятные подарки за плодотворные результаты. Дети совместно с родителями были актерами и главными героями своих же авторских сказок. Олег Соловьев, Григорий Шилин, Светлана Разганова, Десна ТВ.